Московский цирк имени Юрия Никулина на Цветном бульваре. Адрес: Цветной бульвар, 13. Построили его в 1880 году. То есть он почти на 100 лет старше цирка на проспекте Вернадского. Тот открыт в 1971 году. Такой он красивый. В нем показывают различные представления, шоу. То есть интересно. Вот сквер, памятники, автор, Зураб Церетели, скульптор-монументалист. И у него много народу. Цирка, вот есть бегущая строка. Памятник Юрию Никулину. Сейчас я перейду и покажу. Уже темнеет. Но я снимаю в любое время года, в любое время суток. Потому что те места, которые я снимаю, красивые всегда. Еще тротуарная плитка. Прайм кафе. Московский каршеринг. Можно арендовать машины на определенное время. Это платно. Вот памятник Юрию Никулину. Автомобиль. В него даже садятся, чтобы сфотографироваться. 91-63 ЮАР. Шоколадница. Рядом торговый центр Цветной. Метро Цветной бульвар. Пересекается с Трубной. Парковки платные. В центре Москвы они уже доходят до МКАДа. Само здание, но еще ближе. Тут есть один узел в московском метро, где пересекаются 4 станции. Александровский сад, Арбатская, Боровицкая и библиотека имени Ленина. Это на Манежной площади. Это максимальное количество станций, которые пересекаются. Так, по 2, по 3. Все пересечения ближе к центру. 1880 год, 19 век. Постройки. В центре Москвы есть более исторические здания. 1880. Московский цирк Никулина на Цветном бульваре по адресу Цветной бульвар, 13. И сверху я забрался на самый верх. Бургер Кинг. И вот памятник Юрию Никулину. Красивый. Памятников много в Москве. Вот видно этот сквер с фонтаном. Автор этого — Зураб Церетели. Ему 84 года. Монументалист. Вас ждут африканские гепарды. Вот вход в цирк. А цирк на проспекте Вернадского, он современнее на 91 год позже открыт, чем этот. Вот еще какое-то шоу. 19 октября 2018 года. Все краски мира. Ждем вас в цирке. Из разных стран приезжают сюда, чтобы показать представление, шоу. Участвуют даже животные.
выполняют различные трюки, фокусы, чтобы все это интересно и красиво. О, вот даже фотографируются у памятника. В Москве два цирка. В проспекте Вернадского и на Цветном бульваре. Ну, вот я снял Цветной бульвар и цирк имени Юрия Никулина на Цветном бульваре. Так что всем пока.